Freedom Festival. Pentru prima oară în Moldova, Freedom Festival ne-a arătat ce înseamnă muzica adevărată. Pe scena din... Încă o dată! Da! Pentru prim... Încă o dată! Da! Astăzi am învățat ce înseamnă să fii liber cu adevărat la Freedom Festival. Pentru prima dată în Moldova am simțit și noi pe pielea noastră ce înseamnă să asculți muzica adevărată de la doi dintre cei mai buni DJ din lume. Îți place sănătate? Da, e zbuc foarte. Ce anume îți place? A все, a все окей. Кто тебе больше понравилось, Эдди или Энди? Что? Кто тебе больше понравилось, Эдди или Энди? Эдди был супер. Да, очень понравилось. Сейчас еще будут какие события. Только все очень дорого на самом деле. Хочется, хочется пить, а нету денег, серьезно. Хочется воды. Вообще супер, музыка супер, все супер. Сейчас пойду. Да. Нам, наверное, больше нравится Энди все. Энди, да, да. Хотя все равно, главное, чтобы была хорошая компания. Все супер, спасибо, I love you. Логотип? На номере. Что? Кстати, сорода. Да, давайте на русском лучше. Да, я понял. Очень очумительная просто вечеринка. Все супер организовано. Музыка вообще автом. А кто тебе понравился больше? Эдди или Энди? Энди первый. Почему? Он больше зажигал, более зажигательный, более отрывная музыка. Этот больше по транс, то есть и тот транс, и этот транс, но тот больше... миксовал. Как бы он на этом и основывается и полагается. Поэтому он, конечно же, зажег, убил полностью публику. А этому приходится лишь добивать. А звук хороший? Да. Не на что жаловаться. Качественная, чистая музыка. Да не за что. Было очень приятно. Где купить пальцы? Где купить пальцы? Ну, а вот бит. Mi-a plăcut cum cântă muzica, mi-a plăcut muzica de acum seara. E ceva energizant. E o plăcere. Dacă am ajuns să trăiesc, că de obicei nu transpir, dacă am ajuns să transpiram seara, asta e ceva neobișnuit. Știi ce ai scris pe față? Știu. Ce? Freddy Ford. Și ce înseamnă? Asta nu filmează, da? Nu. Dar ce DJ ți-a plăcut cel mai mult? Eddie sau Andy? Primul sau al doilea? Al doilea. De ce? E mai plăcut atmosfera. Te lipiți în creanță, da? Poftim? Tu ești ăla care merge la pe creanță. Da, da, da. Ce ți-a plăcut asta seară? Păi, în primul rând, iarăși sunetul, ca întotdeauna. În al doilea rând, stilul de mixare al lui Eddie Halliwell e pur și simplu fenomenal. Și muzica superbă al lui Andy Moore, ce e mai de rugat. E perfect, mai ales cânte cu acesta. E super tot, îmi place de nebunie. Cine te-a plăcut mai mult, Eddie sau Andy? Ambii, fără niciun fel de întrebare. Чем акону в фасе, а не в цвет слом? Привет, нормально. Что тебе нравится сегодняшний вечер? Все, абсолютно все. Отличная музыка, отличные люди, отличная выпивка, отличный звук. Все, все супер. А кто тебе понравился больше, Энди или Энди? Энди Мур. Почему? Потому что он зажигает. Спасибо. Пожалуйста. Foarte bine. Ce-ți place astăzi? Mi-mi place Andy Moore, mi-mi place
Дорна, мені плаче тот. Чина Лінда, ді чей плаче чел май мут? Чи да те плакут, Енді сау Енді? Енді. Дін че? Є, ну штю, музика луї є май біне. Лучше желе, кай платит атеця бань пентру осяра аста? Ну. Кенд ам вініт ам афос, дар акум ну. Біне. І Руслайка, яра Руслайка. Foarte bine. De ce? Care-i secretul? Care-i secretul? Muzică bună, atmosferă, oameni veseli, fericiți. Cine dintre DJ ți-a plăcut cel mai mult? Andy Moore. De ce? Fiindcă e preferatul meu. Nu ți-i jele că ai plătit atâția bani pentru o pizza de Nu, nu. Și dacă ar fi să mai repet, aș mai repeta-o.